Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. 66-летнюю художницу-постановщицу обнаружили мертвой под грудой мусора в ее собственном доме. Тело Эвелин Сакаш нашла ее сестра, которая пришла к родственнице с уборщицей, чтобы привести жилище в порядок после многолетнего захламления. В ходе работы женщин ждала ужасающая находка. Под грудой мусора они обнаружили тело Эвелин, которое числилось пропавшей без вести. Последний раз обладательницу премии Эмми видели живой 30 сентября 2020 года. Причина смерти Сакаш пока неизвестна, назначена судмедэкспертиза. Соседи покойной говорят, что она вела закрытый образ жизни и имела репутацию скопидома. Сакаш с конца 1980-х работала художницей и постановщицей ей различных телесериалов и кинопроектов. Наиболее известные работы с ее участием – «Русалки», 1990, «Все еще Алиса», 2014, а также «Между львами», 2003, за которую она получила Эмми. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.